Всем здравствуйте, я вас всех приветствую. Вы на канале Галюни в деревне, а мы едем в район. Я полол чернушку на огороде, мне все так надоело. Иду домой, говорю, может, мы в район съездим? Там нам и навал грез надо. Ну, Михаил прям это, в ладоши захлопал, говорит. Ну, конечно, поедем. Быстрее меня нарядился. И поехали. Короче, едем. Трусы и носки новые одел. Да, я им тот раз купил носки, он говорит, они на добрым блеск. Не знаю, 43-й был. Друзья мои, а мы съездили в район, приехали. Так, Машенька, я что хочу сказать, мне скоро день рождения. Дочка Машенька, и она просто сказала, мам, чисто символически, заказал мне навал в Гресе. Вот сейчас мы посмотрим, что она заказала. Ну, просто пришло заранее, и там лежало, мы съездили, забрали. Ну, сейчас мы посмотрим. Я даже не знаю, что там. Не, она не говорит, что. Сейчас будем смотреть, что. Просто чисто символически. Так. Здесь конфеты. Вот такие конфеты. Называется инжир. Инжир, потом еще какие-то. Ну, короче, вот такие конфеты. Набор конфет. А, здесь это. А, вон курага. Это чернослив в шоколаде, курага в шоколаде. Потом, что еще здесь? Инжир в шоколаде, чернослив в шоколаде. Ну, вот, вот такие конфеты. Вот это Маша. А то на отец развяжут, и в магазин выбираешь, ходишь. Это нам с чаем пить будем. Так, следующая коробочка. Интересно прям даже. Ну, Маруся, ты у нас загадка. Спасибо тебе большое за твою заботу. Сейчас мы чуть. А тут еще конфеты. А там, ну короче, это фрукты в шоколаде. А здесь что? А здесь прочитайте, пожалуйста. Так, если у вас сегодня хорошее настроение, пожалуйста, зайдите на Валгарс оценить наш товар. Есть время, сделайте. Так, нет. Так. А здесь набор конфет. И степ разные. Ну, теперь есть чем чай попить. Будем гонять чаем. Так вот, с огород пришел, уморился. Заварил себе ресторанный чаек. Достал конфеточку. И сиди, наслаждайся. Правильно, Михаил? Молчить. Так. Сейчас все уберем. Следующий сейчас кричит заведующий. Так. Здесь еще коробочка. Это с чем? Посмотрим. Это тоже чуть. Тоже на конфеты. Тоже конфеты. На все лето нам. Она и сказала, просто чисто символически. Просто захотела сделать приятное нам. О, а это какие-то интересные. Детские, Лёвушка. Так.
Так. Мне даже открывать даже страшно, что еще тут конфеты. Нет, это маленькая какая-то коробочка. Так, это вот. Сейчас посмотрим, что здесь. Никак чуть не раскрою. Сейчас так разрежем. А, здесь умывалка для лица. Чтобы я всегда была молодая. Вот такая умывалочка для лица. Хорошая штука. Так. А здесь что? Так, а здесь какие-то вилки, ложки. Ого. А, вот она, говорит, теперь будешь себе чай пить. И будешь этими ложечками и вилочками. По-королевски. Подожди, сейчас раскрою, чуть никак не могу. Где она открывается? Да, вот так вот, наверное. А, ого, какие прикольные. Ну, представляете. А это что тут? Тоже на конфетке, что ли? А нет. Ложки. Вот теперь буду чай гонять, сидеть. Интересные, смотрите, какие. Три вилки и две ложечки. А, глянь, я думала, это конфетки прилепленные. Кругленькие, как баранки. О, какая красота. Так. И еще там что-то лежит. Сейчас посмотрим. Спасибо тебе, Мария Маша. Так, ладно, потом положу. Так, а здесь что? Чуть написано Галя. Сейчас посмотрим. Мое имя написано. Ого. Тут что-то такая вещь красивая. О, это футболочка. Галя всегда права. И материал прикольный такой. Такой нежненький. Вот. Машунь, спасибо тебе большое. Ты у нас умничка. Дай Бог тебе здоровья. Видишь, как это молодец. Вот так вот. Вот такие подарки. Очень приятно. Ну, это я потом померю. Покажу вам, как она нам не будет. Вот так. Да. Так что вот такой обзорчик с Валберс от моей доченьки, от Машеньки, от нашей доченьки. Вот. Спасибо тебе, наша дорогая, что ты такая заботливая у нас, умничка. Вот так. Теперь будем... Сейчас конфет покупаем. Надо чай кипяток заварить. Левушка, детям, для детей. А, вон какие. Разные. Слоники. Вкусные. Вон какие конфеты невкусные. Все вкусные. Спасибо, Маша. Друзья мои, ну вот такая футболочка. Очень прикольная. Она прям как по мне. Хорошенькая. И такой материал прям нежный-нежный. Хорошая. Галя всегда права. Она мне дарила один раз футболку, но она нам всем. Как бы. Королева рождается в мае. Вот. Была та... Есть у меня такая. А это вот Галя всегда права. Вот. Видите? Ну, молодец, да? Вот скажите подписчики, что дочь молодец, правильно? Дети у меня золотые.
Дай Бог всем здоровья. А я две грядки чернушки прополола. Чистые, но редко стало. Осталось две. Принесла ведро. Сейчас буду полоть. Надо прополоть, а потом пойду скотину убирать. Ну, кши оттуда! Кши! Ну-ка, пошла! Кши, сказала! Кши! Вообще не слышать, ай! Конечно, это нудная работа, медленная, но полоть надо. Бык орёт. Вроде бы холодно стало. Полю и не с места. 40 раз мне набить нужно. Теперь смотрит уже домой. Ну мне еще сейчас сильно говорит, что вы тебе стоите? Я говорю, камера. Тут? Соседка наша. Вот что вы тебе стоите? На городе камера. Мы едем за травой телку большому. Отсюда. Ёжик, ёпты. А, он сдох. Ну, блядь.
Воняет. А как он мог так сдохнуть? Чё? Как он мог так сдохнуть? Хуй знает. Наверное. Чай по себе. Фу, блядь. Вот еще дядя. Даже не вот так. Как? Давай, тачку. Вот так поставим сейчас.
А запах у нас около дома обалденный. Так пахнет. Вообще цвета. Даже не знаю, как передать словами. Это надо чувствовать. Вообще очень пахнет. Петуни начинают зацветать. А я еду к Иринке. Она мне сказала, приехай. Капусту рассад мне дать. Рассад капусты. А мне так и неохота сажать эту капусту, потому что она у нас все равно не растет. Мы живем около сада. Вот. И у нас на улице, на нашей, ни у кого нет капусты. У нас мга ее жрет. Ну вот я и решил яичко. Да слезал с велосипеда, потому что иду пешком, веду велосипед. Чуть все яйца не перколола. Все дребезжит. Вот так вот. Так что иду к ней. Взяла я у Иринки капусту, и брокколи, и ранние, и поздние. Но сажать я ее сегодня не буду. Пусть стоит она там с землей. Завтра посажу, потому что уже вечер, и, как сказать, комары у нас, это пипец какой-то. Не буду. Завтра посажу. А у нас вот такой красивый закат. Красота. Только дождя нет, вот плохо. Земля сушенная вообще. Ну вот. Всем приятных просмотров. Спасибо, что заходите на мой канал. Подписывайтесь все. Спасибо большое всем подписчикам. А я всем говорю доброго здоровья. Всем пока-пока.